Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час». Мене звати Ангеліна Поїчик і разом зі мною Наталія Пелевіна, опозиційний політик, член політради партії «Парнас». Наталія, привітаю вас. Здравствуйте. На початку нашої розмови я закликаю аудиторію бути активними під цим інтерв'ю, писати ваші коментарі, запитання, погоджуєтесь, чим не погоджуєтесь. Обов'язково поставте лайк, поширте це інтерв'ю і підписуйтесь на YouTube-канал «Сій час». Путін прийняв рішення о суровом наказанні за вторження ВСУ в Курську область. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Цитата. «Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Также Антонов говорит, что Вашингтон знал о нападении Киева в Курскую область, и США было бы достаточно щелчка пальцев, чтобы украинские власти прекратили свои действия. Ну, все в духе российской пропаганды. Я лишь добавлю, что последние две недели ВСУ успешно ведут наступление в Курской области. По последним данным, зона боевых действий уже превысила 1,2 тысячи квадратных километров, взяты под контроль свыше 90 населенных пунктов. Наталья, как по-вашему должен сейчас ответить Путин, вот как анонсирует это Антонов? Ну, должен, формулировка неправильная, естественно, как он хочет или может ответить, вот это вот вопрос, безусловно, актуальный. Мы понимаем, что он человек мстительный, страшно, безумно самолюбивый, а тут ударили прямо напрямую по его эго. Он, конечно же, не может простить, что его выставили таким вот посмешищем перед всем миром. Поэтому ясно, что какие-то действия будут. Ну, автоматом, естественно, мысли уходят в такую самую плохую сторону, в сторону тактического ядерного, например, оружия или что-то вот подобное. Это такой самый будет тяжелый вариант. Он понимает, что это тоже, в свою очередь, не останется без последствий. И я полагаю, что его вот эти метания сейчас из Баку, значит, в Чечню и так далее, это связано с тем, что он, скорее всего, ну, помимо того, что он пытается сохранить лицо и сделать вид, что все под контролем, возможно, он обдумывает ситуацию, обдумывает дальнейшие свои шаги. Потому что, видимо, действительно, вот этот вот вход в ВСУ в Курскую область и даже закрепление там застало его абсолютно врасплох. Поэтому я не представляю, как и многие сейчас наверняка, ну, многие гадают, я считаю, что это не совсем такое дело нужное, сильно гадать на кофейной гуще, какие его будут дальнейшие шаги, но, видимо, действительно он как-то будет, естественно, отвечать. А по поводу тактического, то, что многие сейчас, я слышу, аналитики там в эту сторону мыслят и, можно сказать, пугаю всех остальных, я не хочу тоже быть прям совсем уж в этом ряду и запугивать украинцев, конечно, в первую очередь, тем, что такое возможно. Но я думаю, что будет зависеть от степени прагматизма, который у него остался, вот скажем так. Потому что, естественно, пойти на какой-то совсем радикальный шаг, опять же, действительно будут потом серьезные последствия в отношении России. Ну, серьезные. Так или иначе, об этом говорили западные партнеры много-много раз, что если Путин использует тактическое ядерное, то дальше будут последствия. Поэтому охладится ли он после вот этого первого шока, который он, скорее всего, ощутил после того, как ВСУ зашли на территорию Российской Федерации, как-то он сможет взять себя в руки и не предпринимать какие-то совсем радикальные шаги, или он все-таки не способен. Повторю, что здесь вот баланс между эго-манией и мстительностью и какой-то вот, может быть, оставшейся долей там прагматизма, который, если она у него до сих пор есть. Поэтому я думаю, что в какие-то ближайшие даже, может быть, дни, ну, как минимум, я думаю, не позже, чем пару недель, мы узнаем, что это вообще может быть. Наталья, вот последние несколько дней, как вы уже тоже об этом сказали, Путин активно ездил сначала в Азербайджан, но, судя по всему, в Баку эта поездка, которая могла быть спланирована
ранее, но вот после этого он посетил еще Чечню, Северную Осетию, то есть там вот, например, он встретился, скажем так, с матерями Беслана, но встреча была, как уже известно, организована в попыхах, очень мало людей присутствовало на встрече, далеко не все, кто хотел, увидел Путина вживую и высказался, задал все вопросы, которые хотел, да. Вот эта вот встреча, вот эти вот несколько поездок, зачем Путину сейчас были? Ну, я думаю, что, вероятно, конечно, поездка в Баку была запланирована заранее, и ее могли бы отменить, учитывая, в общем-то, действительно кризисную ситуацию, которая сложилась на территории Российской Федерации. В нормальный президент, на более-менее вменяемый, коим, конечно, Путин все-таки не является, он бы реагировал адекватно и отменил бы все зарубежные поездки и занимался бы вот вопросом, который остро встал. Да? Но это, понятно, не про Путина. Он воспользовался этой поездкой для того, чтобы, как я уже сказал выше, для того, чтобы создать ощущение, что все нормально, все под контролем, волноваться не надо. Это при том, что военкоры и вообще даже российская пропаганда вдруг начала говорить, в общем-то, более-менее правдивые вещи по поводу того, что происходит в Курской области. Видимо, им стало понятно, что если они совсем будут врать по этому вопросу, то потеряют уже окончательную легитимность, какое-либо вообще оставшееся доверие граждан России. Поэтому они все-таки там что-то, как я понимаю, все-таки рассказывают более-менее действительно правду. И на фоне этого Путин ездит там вот в эти вот поездки, создавая, повторюсь, ощущение, что вроде как пытаясь создать это ощущение, что вроде бы все у него под контролем. Что касается вот этой поездки в Осетию, причем не в годовщину, годовщина с 1 по 3 сентября. Я довольно плотно знакома, близко знакома с этим терактом, и с обстоятельствами, не просто обстоятельствами теракта, но и со многими, к сожалению, кто стали жертвами, кто потеряли там своих детей. Я довольно близко знаю эту тему. Значит, с 1 по 3 там каждый год, естественно, этот год не будет исключением, там памятные мероприятия, это трагедия, которая, ну, она, даже сложно сказать, что она притупляется со временем. Это такая страшная трагедия. Там погибло 333 человека, 176 из них дети. И погибали они страшно. И Путин почему-то поехал туда за 2 недели до. Вот, ну вот, логики в этом никакой нет. Первый раз за 20 лет он там оказался. Потому что в этом году 20 лет с этого теракта, годовщина. И, естественно, его встречи с жертвами подобных чудовищных, в общем-то, я считаю, что это преступление было режима допустить этот теракт раз и провести штурм так, как он был проведен два. То есть все погибли, все, кто погибли, погибли во время штурма. Ну, большинство, нет, неправда, там какие-то были расстреляны мужчины террористами, но большинство погибли дети. Дети погибли, погибшие дети, это дети, которые погибли во время обрушения крыши в спортзале, которая непонятно как вдруг возгорелась. Там есть разные версии, сейчас я не буду в них углубляться. Но в любом случае, эта боль, она, конечно, остается со всеми, кто живет в Беслане, со всеми, кто там потерял своих близких. Путин боится вопросов. Путин боится честных вопросов, настоящих вопросов, которые остались, повторюсь, у всех тех, кто живет в Беслане, и у тех, кто стали как-то сопричастны, были к этому теракту. Этих вопросов, естественно, никогда не допускается, просто никогда. Все абсолютно подконтрольно. Собираются только те, кто не готовы задавать болезненные вопросы, на которые у Путина или нет ответа, или ответ такой, который он не готов дать, потому что это, естественно, работает против него. Поэтому все это было вот такое стерильное абсолютно. Я, кстати, расскажу, что было сразу после теракта. Ну, не сразу, через какое-то время, но там недолгое. Путин таки отправил самолет, и небольшое количество родственников приехали в Кремль погибших. Родственники матери, в основном, погибших детей в Бесланском теракте, приехали в Москву. Ехали они туда с ощущением, что они его порвут на части. А вернулись, я просто знаю людей, которые встречали их потом в аэропорту в Беслане, вернулись, как будто их подменили. Он их каким-то образом, там уж каким гипнозом, не знаю, значит, убедил, что все было сделано правильно, что вообще там власть, значит, поступила максимально, значит, гуманно,
И, ну, конечно, дальше он будет помогать там семьям и так далее, и так далее. То есть это было удивительно, никто не имеет этому объяснения, что там так влияет, видимо, влияет Кремль, видимо, влияют эти своды, и у людей просто теряется абсолютно воля в такой ситуации. Потом, конечно, они вернулись, очень быстро вернулись к тем своим вопросам, которые у них были и остаются по сей день. Как теракт, во-первых, стал возможен, а такое количество боевиков проникло на территорию не просто региона, а школы. Ну и, вот, конечно, в первую очередь по поводу штурма. Все эти вопросы остаются. Детей погибших не вернуть. Но возвращаясь к этому его туда визиту. Вот я думаю, что вот с этим вставанием там на колени перед памятником, наверное, он пытается какую-то свою человеческую сторону что-то показать. Ну, наверное, что-то типа этого. Возможно, делалось вот ради такого. Повторюсь, что да, круглая годовщина, 20 лет, но было бы логично, если бы поехал непосредственно в годовщину, а не за две недели до. Ну, как это очень выглядит странно. А вы знаете, с 1 по 3, когда реальная годовщина, у меня другие дела. Ну, это как бы... Ну, опять же, российская политика – это такой театр абсурда, поэтому здесь удивляться особо тоже нечему. Как вам кажется, Путину удается убедить россиян в том, что он контролирует ситуацию, все находится под контролем и в приграничных областях в том числе? Я общаюсь с российскими регионами, регулярно просто снимаю, так сказать, температуру по стране, реакцию на происходящее. Все очень неоднородно. Где-то мне рассказывают, что люди начинают понимать, что власть ничего не контролирует. Где-то мне рассказывают, что этим вопросом пока не задаются, зато собирают помощь, гуманитарную помощь курянам. То есть пока вот такой разброд в реакции, пока вот все очень такое, часто даже противоречивое, скажем так, на эмоциональном уровне, на уровне вот восприятия происходящего. Где-то мне, кстати, интересно сказали, что, ну, у нас вот, например, в регионе, вот с кем я как минимум общаюсь, мне человек говорит, у нас в городе все говорят, что ну ничего, сейчас Путин все возьмет под контроль. То есть это там, где вот есть доверие к Путину, оно еще пока где-то в какой-то степени остается. Они считают, что если возьмет под контроль в ближайшее время, ну значит ничего, ну как бы бывает, значит, да? А если, наверное, он не сможет взять ничего под контроль в обозримом будущем, тогда, наверное, они будут пересматривать свой взгляд. А где-то, кто изначально уже, видимо, был разочарован, так скажем, мягко, если выражаясь, против происходящего, там, конечно, уже более жесткая, прямо сейчас уже более жесткая оценка, что типа Кремль потерял контроль над ситуацией. Поэтому пока неоднородно. Но это будет работать, естественно, на то, чтобы создавать вот это ощущение мнимой стабильности, контроля над ситуацией. Это, безусловно, так. Это вообще его кредо, это вообще его главный посыл всегда был. Он же вошел во власть на взрывах домов, да, и стал популярным, не был никем вообще, ноль абсолютный, с нулевым рейтингом. И на взрывах домов он стал человеком, который... За счет вот этих вот фраз «мы сейчас всех замочим», «мочить в сортире», вы помните, наверное, может быть, не помните, но зрители наверняка помнят, про «мочить в сортире», вот этой вот фразой, которая просто была вот таким посылом того, что мы все возьмем под контроль, мы все в кулак, и все будет хорошо. И вот этот посыл сделал его популярным там в течение нескольких, буквально, не просто, не даже не месяцев, недель, наверное. Поэтому и с тех пор вот эти 20, страшно сказать, 4 года, он, в общем-то, старается придерживаться вот этого самого посыла. Сейчас он тоже продолжает, безусловно, это делать. Конечно, нет социологических исследований, кампаний справедливых, независимых в России, которые могли бы там прощупать вот эти настроения общества, но, тем не менее, вот Нью-Йорк Таймс провел, скажем так, свое исследование и говорит, что отношение к Путину среди россиян после начала операции ВСУ Курской области заметно ухудшилось. Газета, значит, пишет с ссылкой на данные сервиса Flitter Labs AI, который проанализировал публикации, комментарии россиян в социальных сетях, а также новостные сайты. Также New York Times пишет, что отношение к Путину остается более-менее позитивным в Москве, в то время как в отдаленных регионах недовольство действиями российской власти возрастает. Также
Реакцию Путина на вторжение расценили в лучшем случае как неадекватную, а в худшем как оскорбительную. Но при этом говорят журналисты, что вот это вот негативное отношение к Путину, оно может скоро остановиться, и Путин может восстановить свой рейтинг, как это было после мятежа Пригожина в прошлом летом. То есть это действует каким-то удивительным образом, да? После мятежа Пригожина оказалось, что рейтинг Путина, ну, он, ну, его нет просто. Ну, доверие окончательно потеряно. Сейчас операция в Курской области, ну, то же самое, казалось бы. Что так действует на россиян? Нежелание принимать эту реальность? Вы понимаете, если бы Пригожинский мятеж был успешным, это была бы одна ситуация. А он не просто не состоялся, потом учинитель этого всего был убит. Угу. Я думаю, что и большинство россиян понимают, что он был убит. А значит, кто вышел победителем? Победителем вышел Путин. Я думаю, что на подсознании даже, не сознательно, как вот мы понимаем в оппозиции, что Путин убийца, да? Я думаю, что это на подсознании понимают и россияне. Но для них это не для всех означает ужас. Для них, для многих это означает сила. Сила. А власть какой должна быть, как у россиян принято испокон веков? Сильный. Сильный. Значит, Путин, сила, власть, вот это все вместе у них укладывается в нечто позитивное. Я просто пытаюсь объяснить вот тот посыл, который вы сейчас озвучили, что вот россияне после таких событий не разочаровываются, не говорят «кошмар, там, изыди вообще там», а наоборот еще, значит, больше начинают типа уважать, неправильное, может быть, слово, но как минимум не теряют в позитивном отношении к Путину. Я думаю, что вот только вот это объяснение, для меня, вот логически, с точки зрения даже психологической, вот только такое я вижу этому объяснение. Если это так, потому что, опять же, американцы какие-то свои замеры делают, насколько они корректны и правильны, это сказать сложно, потому что очень сложно замерять, прямо точно замерить вот так, чтобы так, сейчас никто, конечно, не может, да, настроение в народе. Потому что, помимо всего прочего, люди еще не озвучивают свое истинное мнение в диктатурах, так случается, да? Вот, поэтому, но если действительно мы видим и увидим, что народ не отползает от Владимира Путина, а как минимум остается на том же месте, на той же позиции, то я думаю, что связано именно с этим. Вот у большинства людей, к сожалению, вот это совершенно искаженное ощущение восприятия отношения к власти. Что власть – это мощь, власть – это сила, у кого-то вообще власть от Бога, да, то, что пытаются навязать тот же самый патриархат и РПЦ, про то, что власть от Бога. Вот поэтому они, вероятно, остаются на своих позициях. Я даже вот пытаюсь сейчас представить, какая должна сложиться ситуация, чтобы они из страха как-то поменяли свое мнение, уже из страха за себя лично, потому что сейчас все-таки далеко не вся Россия находится внутри Курской области, естественно, да, поэтому и отголоски не то чтобы слышны, то есть просто читают люди информацию, ну вот как бы это таким образом воспринимают. А если бы вот они почувствовали это на себе, поменяло бы это отношение их к Путину, начали бы они, перестали бы они ему доверять и начали бы как-то ставить под вопрос. Или бы еще больше. Вот понимаете, вот значит, российским народом, что я поняла за 2 года? Что мы ничего про этот народ не понимаем и не знаем. Вот я лично тоже ничего про этот народ до конца понять так и не могу. Да? Ни первоначальную реакцию на вторжение в Украину. Я почему-то была я тоже среди тех наивных, кто считал, что вот еще чуть-чуть, народ скажет, да вы что вообще? Mm-hmm. Естественно, этого не случилось, да, и наоборот было дальнейшее вот и участие в войне, и сплачивание вокруг лидера. Поэтому, ну, понимаете, вот здесь есть хороший элемент в этом. Вот эта непредсказуемость означает, что они взорваться могут тоже в любой момент. То есть тогда, когда никто не ожидает, они возьмут и взорвутся. И тогда все закончится для Владимира Путина уже окончательно.
На днях Путин собрал совещание по приграничью с Украиной. Глава Кремля отказался считать себя ответственным за безопасность Курской области. Вот как он говорит, цитата, «Что касается вопросов безопасности, это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур». Ну и также Путин добавил, что видны попытки якобы ВСУ наносить удары по Курской АЭС, да, то есть такой якобы провокации, которую готовит ВСУ. Конечно же, это все неправда, но тем не менее вот Путину нужно этим пугать. Как вам кажется, в итоге кто конкретно будет отвечать за провал российских войск в Курской области? И согласны ли вы с таким мнением, с наблюдением, скорее, что вот именно освобождение Курской области для Кремля кажется второстепенным вопросом? Ну, так выглядит, да, по сравнению с тем, что сейчас на Донбассе, с захватом чужих территорий, украинских территорий? Нет, ну это, естественно, абсолютное безумие считать, что захват чужих территорий важнее, чем то, что происходит на собственной. Естественно, прерогативой, приоритетом всегда должна быть собственная территория. Да? И защита ее, освобождение ее, если на нее напали, то, чем занимается абсолютно правомерно Украина уже 2 с лишним года. Поэтому здесь есть подмена понятий. А связано это, вероятно, с тем, что ну, они стараются минимизировать вот этот вот негативный пиар, да, связанный с тем, что Украина вошла, украинские войска вошли на территорию Российской Федерации и там остаются до сих пор, вполне себе. А они стараются как-то вообще это все минимизировать в восприятии народном. А, повторюсь, где-то получается, где-то не очень. А, но в результате, я думаю, что все очень будет зависеть от того, как все это закончится, весь этот эпизод. Вот очень сильно, пока мы не понимаем, да, что будет на выходе. А, и опять же, возвращаясь к реакции Путина, который он сейчас нам сильно грозится, что это вообще будет. А, будет ли это, не дай бог, тактическое ядерное использование прямо непосредственно на территории Курской области, я, конечно, сомневаюсь, что это территория Российской Федерации, но он совершенно не человек непредсказуемый Владимир Путин, поэтому может быть все что угодно. Или какие-то другие будут реакции. Но все будет зависеть от того, как это закончится. Вообще в нормальном государстве, конечно, за подобное отвечает глава страны, он же главнокомандующий, а это полностью его, в общем-то, ответственность. Это не какая-то мелкая вещь, там, не знаю, там, которую можно там свалить на местное МВД или что-нибудь такое. А, но поскольку это имидж очень плохо для него, то, естественно, стрелки пытаются перевести там на силовиков. В результате, в зависимости, повторюсь, от того, как все это закончится, конечно, головы какие-то полетят, вероятно, да, скорее всего, все-таки. Может быть, даже не очень публично, но полетят. Не публично, потому что, опять же, признание вот такого провала публичной расправой им, наверное, не хочется. Но они полетят в любом случае, даже если мы не сильно об этом узнаем. А Минобороны, скорее всего, наверняка какие-то спецслужбы тоже, что-то там тоже внутри спецслужб все-таки, это же тоже как-то, значит, было в некотором смысле зоны ответственности. Поэтому я думаю, что будут эти все меры. Ясно, что не сейчас, потому что мы находимся в середине этой ситуации, и какой будет ее конец, завершение, мы пока не знаем. Неофициально пишут, что Дюмина он поставил курировать ситуацию в Курской области, то есть ему делегировал полномочия, потому что очень доверяет, в отличие от генералов и спецслужб. Также вот вместе с этим появилась новость, что Путин повысил Цивилеву, свою племянницу, в Министерстве обороны, и говорят, что она действительно вот сейчас имеет очень большое там влияние. И Цивилева, мол, ну, родственница, во-первых, и во-вторых, вот на фоне того, что Путин закрывается из-за вот этой ситуации, из-за того, что ему Герасимов врет в прямом эфире прямо в лицо, он подпускает к себе только ближайшее окружение, и вот это такой эксклюзив сейчас, мол, иметь доступ к Путину, что есть у Цивилева, и что, мол, это не просто так все сейчас происходит. То есть чем это может закончиться для Путина, вот то, что он теряет доверие к своему окружению? Ну, он давно мало кому доверяет, поэтому круг его общения крайне узкий, круг тех, кто повлиять на него может хоть как-нибудь, хоть совсем какую-то маленькую
маленькое влияние оказать, минимальное, а это совсем уже там пару человек, насколько мы это понимаем. Поэтому здесь, в общем-то, не сильно что-то новое. Но в этой кризисной ситуации он наверняка еще думает о том, нет ли врагов внутри, нет ли тех, кто специально это допустил. Я думаю, что как у человека с паранойей, я думаю, она у него, как у КГБшника, была всегда. Она, естественно, стала еще больше, когда ты во власти преступным образом находишься десятилетия, она еще утрируется, эта паранойя, естественно. Я думаю, что сейчас он не исключает какие-то внутренние провокации. То есть он будет искать, я думаю, врагов внутри тоже потом. Может, не в этот момент, но потом. Но в силу того, что он не исключает, что это еще и кто-то помог этому произойти, я имею в виду, естественно, заход ВСУ на территорию Российской Федерации, что кто-то мог помочь изнутри, поскольку он это не исключает, он, естественно, будет еще больше сжимать вот этот круг. То есть Дюмин, действительно, мы понимаем, что поскольку это был его охранник, у них там абсолютное доверие, он его и растит в возможные преемники уже сколько лет, поэтому здесь понятно, как родственник, ну и реальные родственники. То есть вот такой самый такой узкий круг, потому что, ну, повторюсь, что я думаю, что он вполне себе мыслит в сторону того, что кто-то посодействовал изнутри тому, что ВСУ оказались на территории Российской Федерации. Ну, про последствия этого, если я правильно мыслю, мы еще узнаем позже, значит, как это все будет выглядеть. Начнутся ли сталинского типа репрессии в отношении своих же и так далее. Об этом мы поговорим в будущем, я думаю, еще. И, Наталья, вот еще хочу спросить, до того, как началась операция ВСУ Курской области, был очень актуален в СМИ, по крайней мере, вопрос переговоров, появлялись различные планы, план Помпео, план Трампа, план Джонсона, по-разному говорили, план Китая, Орбана, помните, он как раз в преддверии этого всего ездил по разным странам, сейчас даже говорят о плане Моди, который был в Российской Федерации, а сейчас, сегодня, кстати, в день, когда мы с вами общаемся, 23 августа Моди, премьер Индии, должен приехать в Украину с официальным визитом, тоже говорят о том, что, возможно, там есть какой-то план. Насколько сейчас этот вопрос потерял свою актуальность, ну вот именно для Кремля, например, то есть там на официальном уровне они говорят, что никаких переговоров быть не может на этих позициях, а на самом деле как? Ну, я думаю, что зависит от того, как будут развиваться события дальше, конечно. Потому что, повторюсь, мы пока еще в середине этого события находимся сейчас. Оно еще не закончилось. А зависит от того, чем оно закончится, чем оно завершится. Сумеет ли Украина задержаться на этой территории? И тогда это будет действительно серьезный аргумент в потенциальных переговорах. И, возможно, это таки, наоборот, сможет склонить Россию в сторону каких-то более правильных переговоров, скажем так. Потому что очень долгое время, естественно, Путин говорил о переговорах, ну, понятно, только на российских условиях, да. То есть мы все забираем, что хотим, и уходим, значит. И на этом закончили, значит, да. И снимите еще с нас санкции, говорил он, значит, Западу. Вот. А здесь это, если получится Украине задержаться, то это одна из постановок вопроса. Если будут какие-то, мы не знаем, какие сейчас будут меры предприняты Владимиром Путиным, поскольку это было озвучено, скорее всего, меры эти какие-то будут, что они будут собой представлять, мы не знаем, тоже зависит от этого. Может быть, будут такие страшные меры, что, не дай бог, перекреститься аж хочется, конечно, что просто никаких переговоров там уже ни Украина, ни Запад тоже думать не будут. Поэтому преждевременно надо наблюдать, смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, ну и, конечно, надеяться на лучшее. Спасибо вам огромное. Наталія Пілевіна, опозиційний політик, член політради партії Парнас. З нами була на зв'язку, друзі. Будь ласка, будьте активними, підтримайте нас лайком, поширте це відео і підпишіться на YouTube-канал «Сейчас». Для нас це дуже важливо. Бережіть себе.